Рекомендую канал для электронщиков, радиолюбителей, микроконтроллерщиков, аудиофилов и самодельщиков. Видео по радиоэлектронике, обучающие и видеокурсы, обзоры электронных устройств, приборов и гаджетов. Канал для новичков и профессионалов. Некоторые полученные посылки в основном с электрорадиокомпонентами. Ссылка в описании. В седьмой книге Карли Поттер спас столько народу и получил столько трендюлей, что его по-любому будет играть Брюс Уиллис. Идет наркоман по улице, смотрит, лежит в зеркало. Поднял, посмотрел и говорит: я бы такой портрет тоже выкинул. Увидел жвачку Турбо и захотел вспомнить детство. Первый же пузырь дал понять, что детство закончилось вместе с бородой. Вот сразу чувствуется разница в возрасте между женихом и невестой. У жениха все детские фотографии черно-белые, а у невесты цветные цифровые. Идея для стартапа. Полиэтиленовые пакеты со звукоизоляцией для бухающей, но стесняющейся звона интеллигенции. Я не был пьян, а на фонарный столб я залез, потому что за мной гналась акула. Рыбчика! Штирлиц шел по улице и вдруг почувствовал, что сзади приближается с леденящим звуком свинец. Штирлиц быстро свернул за угол, и свинец с громким хрюканьем прошел мимо. А кто это сделал? Параноика наоборот. Ему кажется, что он постоянно кого-то преследует. Одной рюмки водки хватит, чтобы свалить меня с ног. Да, обычно это бывает или 17-я, или 18-я. В кабинет начальника врывается взъерошенный мужик и кричит с порога: я требую прибавку к моему жалованию. Начальник говорит: так ты же здесь не работаешь. Вот поэтому я не требую жалования, а только прибавки. Рыбчика. Аристократично проспал до полудня, а проснувшись, обнаружил, что у кровати нет колокольчика, чтобы позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь. Призвали админа в армию. Стоит он в карауле. К нему подходит кто-то. Он спрашивает: пароль? Тот говорит: граната. Админ говорит: а логин? А кто это сделал? Рядовой Петров, вы вчера опять напились. Если бы не пили, давно бы были сержантом. Рядовой Петров говорит: да плевать мне на сержанта. Когда я пьяный, я чувствую себя генералом. Подписываемся, кликаем на колокольчик,